Всем привет, друзья, с вами Карабаш 74, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки GTA 5. Тревор, мы все на том же месте, то есть я снимаю серии подряд. Мы на том же месте. Тревор куда-то везет свою кобылку мексиканскую. Ну или откуда она там? Поехали. Дайно! You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. Тревор ноет. You have a beautiful way with words. Everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. Street you. I know. No. А, мы ее везем, наверное, к этому быку колхозному. Скорее всего, обратно отдавать его служанку, домработницу. Корова стояла, кстати, на дороге, я ее мимо проехал. Это что-то... Солнце отражает прямо от монитора. Забыл шторку закрыть, но ничего страшного. Думаю, эту серию мы еще запишем, а потом я шторы закрою. И сниму еще 58 серий. Потому что я охуительный. Все, да, мы привезли служанку домой. Он расставаться с ней не хочет. No. Stay. Treat her right, man! I will, amigo! Otherwise... The other ear! Of course! Иначе второе ухо. You and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends, that we will make a great effort to avoid one another. Fucking perfect! Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Выполнено. Афера. Далее. Буковка Т появилась. Так, знак вопросика и буковка Т. Давайте посмотрим, что это за буковка Т. Это эти же геи там живут. Да! Ё-моё, ну ехать-то до туда очень так-то далековато. Лететь тоже не актуально. Потому что до аэропорта по полдороге ехать. Ладно, поехали. Мы едем сейчас... А, давайте, кстати, заглянем, посмотрим. Да не, нормально, поехали за Тревором. Нам тачка нужна нормальная. Давайте посмотрим, может быть... Блин, надо было у чувака-то угнать точилу-то. Тихо! Не бузи, сука. А, действительно, сука. Отдыхай. Тихо, грусть. Погнали. С видом от первого лица мы едем на к этим двум геям, которые живут вместе, которые любят друг друга. Мы, наконец-то, начинаем, похоже, возвращаться, ребят, к сюжету потихоньку. То есть иначе я, знаете, вообще уже просто перестал понимать, что тут происходит, собственно, и вообще в чем тут дело, по большому счету. Окей, окей. Вот тебе и окей, паскуда. Едем, иди твою мать, домой. Больничка. Кстати, нормальная тачка. Надо почаще на ней ездить. Почему телефона нет в машине? А, самое начало игры, ребят, если вы помните.
Вот она, эта стоянка, где мы играли за Франклина и угоняли эту тачку. У меня хорошая память. Амуниция. В продажу поступил пулемет. Также в продаже имеется следующие дополнительные приспособления. Магазин. Блин. Стоп. Магазин повышенной емкости и прицелы имеются. Вот так вот. Нам, по идее, знаете, нам надо заехать в магазин с оружием, потому что у него закончились и гранатомету, все у него закончилось. Да и вообще, в принципе, надо вообще затариться, заехать, чтобы... О, мы как раз мимо магазина едем. Вот, давайте заедем в магазинчик и затаримся, действительно. Быстренько сейчас затаримся и все дела. То есть, чтобы нам уже не возвращаться с... А, нет, с оружием тут вообще все полный порядок. А, это у меня за этого. У Майкла вообще ничего нету. Надо будет его свозить в магазин обязательно. Ну, вот разве можно стоять, когда я еду? Нельзя стоять, когда я езжу. Ну, ага, точно. Догоните вы меня. Я уже за 4 квартала уехал, они собрались меня догнать, придурки. Меня уж там и след простыл, ё-моё. Поцарапал машину. Черт подери, а. Так, въезд в этот дом, по-моему, вот с этой стороны. Да, совершенно верно. Моей зеленой машины тут синей нету, которого здесь стояла постоянно. Не знаю, куда эти суки ее дели. Видимо, продали. У них... На хлеб у них не было, они, видимо, продали. О, ты куда пошел? Please just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, Floyd? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are... Настоящие оргии. I need to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah. А, так это он операцию себе сделал? Или что? Я что-то не пойму. Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me. Okay. Look, Deborah, I love you. Он операцию себе сделал, этот чувак, который с этими железками в носу, в ушах везде был. You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good? Huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Давайте поженимся. There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap. You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa, hey. My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is. I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Ты вообще у них кусалово-то, ты смотри, что. Понятно. Oh, hey there, Trevor. А, нет! Это какая-то другая баба была. Нихера он чуть-чуть изморался. Interestingly, I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car. All right? Let's go have the time of our lives. Я же ему брутальный пиджак одевал, нихера там. Oh, о, прогрузились, текстуры, охренеть.
До стрип-клуба? Мы что, в кровище все поим? Надо, наверное, в магазин перед этим заехать, или нет? Да вылазь нахуй из машины. Быстро выходи из моей тачки. Так, о, во, белая тачка. Мы на ней в стрип-клубы поим. Отлично. Просто великолепно. Садись в машину. Это она. Это моя. Да садись, куда ж ты побежал-то? Погнали. Стрип-клуб, да, стрип-клуб. Короче, прирезал он всех там, видимо, расчленил в квартире. Вот. Там, в общем, все печально у них. Мы, надеюсь, туда больше возвращаться не будем. В эту гребаную квартиру, где он там расправился бесщадно, расправился со всеми. Да что ж ты, мать твою, езжай быстрее. Езжай быстрее. Аккуратней. Правила дорожного движения она нарушила. Она двигалась по тротуару. А мы тем временем едем в стрип-клуб. Как Тревор нам сказал, что нужно поехать в стрип-клуб. Я не знаю, он весь кровище, то есть он не переодевается, ничего. Но я вообще сомневаюсь, что, конечно, у него вещи какие-то есть. Но я ему приобретал вещи, но он, собственно, их, падла, не носит. Он ходит постоянно в трусах, футболке, каких-то задрипанных штанах. Теперь у него вообще все в кровище. Короче, теперь не поймешь. Такое впечатление, что у него менструальный цикл открылся. Приехали! Вы можете сохранить машину, припарковав ее у стрип-клуба. Ты куда пошел? Ванила. Ванилу. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now I know it's unconventional. Вы смотрите на этого чувака, на этого Тревора. I want you to give this boy a good time for a long time. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. Майкл. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah. I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. Right. Ванильный единорог. Едем в ванильного единорога. Где тут выход? Выполнено. Тишина и покой. Как выбраться из этой квартиры теперь? Эй. А, вот, наверное. Блин, ну побежали уже. Ёпта мать, ты чё, ФБР машину взял? Да, я оставлял здесь красненькую. Он, видимо, машину купил. Кстати, а сколько у тебя денег, Майкл? Лям 200, почти лям 300. Ну вот это брутальная тачка, затонированная вся. Да, это овечка, отдыхай нахуй. Нам это не интересно вообще. Мы едем сюжет выполнять. Так, единорог. На Т едем. На буковку Т. Погнали лошадей, загон. О, нихера нагоняет. Вот, ёпта, так там... Там синее пламя вырывается. Эй! Ё-моё! Да, действительно. Так, мы едем на буковку Т. Да, действительно, хреначит пламя. Пламя хреначит, ребят, хреначит пламя. Мы в деловом районе сейчас находимся. Нам надо уехать вправо куда-то. Блин, конечно, далековато он живет от того места, куда нам в принципе нужно. Ну, нихера страшного. Так, да, поедем здесь. Через весь центр придется ехать, но ничего не сделаешь. Аркадиум. Аркадиус.
какой-то Аркадиус. Не, оно, кстати, хорошо управляется, точило. Это просто я, ребят, туплю сейчас. Ну и ничего страшного, думаю, не будет в этом. Давайте поедем из салона. Вот. От первого лица, так сказать. Я, знаете, знаю такого одного обзорщика. Вот, он тоже ее там пытается пройти. Он почему-то посоветовал всем, чтобы GTA-шку прошли. И я посмотрел буквально один ролик. Вот. Ну и то не до конца и не весь. В общем, он предложил GTA-шку пройти. То есть он сказал, что это круто пройти GTA-шку от первого лица. Я не знаю, зачем проходить GTA-шку от первого лица, если изначально мы ее помним, что она всегда от третьего была. Зачем нам GTA-шка от первого лица? Это что, блядь, аркада, что ли? Тихо! Сказали возле этого запарковать. И тогда тачка сохранится. Выходим. Так, так. Нам не надо от первого лица. Где буковка Т? Ну ёпты. А что надо делать? Эй, ты куда? Майкл Манн. Я не понимаю, зачем мы сейчас все это делаем, но, наверное, это нужно. Нет, не нужно. А нахрена ты вообще тогда сюда зашел? Мы проехали, ребят. Давайте выпрыгнем здесь. О, господи. Ну, это был скоростной лифт, естественно. Здорово. Корова. Блин, да где эта буковка Т-то? Вот она. Вот он, стрип-клуб-то. В подворотне, блядь. Рот закрой. Так, здесь не то. Не то пальто. Нам... Тут стреляет, по-моему. Чё тут? А, это куда? А, это сюда. В подсобку? Ну да, нам сюда, походу, и надо. Да-да-да. Сюда Тревор и зашел. Hey. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Huh? Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this good business, showing people a good time. Bust Brad out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? Had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't know. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time. Крупное дело. Наконец-то мы пойдем на крупное дело. Сколько можно уже? Майкл, Тревор и Лестер. И Брэд. Yeah. Sure, Брэд was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, Anyway, we robbed and lied and hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreamed. Мы всегда мечтали об одном, исключительно об одном. О крупном деле. Да. Да. Крупное дело. Федеральное хранилище. Около 2 миллионов в золотых слитках. Клево. We live through the attempt, but it'll be my our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there. Гражданский долг, давайте выполним, да, приличную работу. Сюда. План. Да, я так и подумал, что там не зря он стоит возле холодильника. Садитесь в свою машину, поехали. Походу мы готовимся, ребят, к новому ограблению. Мы можем на Тревора переключиться, собственно, не ехать никуда. А ехать нам херня совсем, по большому счету.
Тут вроде я столько машин много не ставил, но это центр города, опять же. В центре города всегда много машин. Так, стоп. Нифига, у него бакс нарисован на этом, на колесах. Диски с баксом. Да, теперь они вообще самая такая брутальная команда. Прибыли. We send in a couple of sprung niggas, clap, Union Depository. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground as hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Поехали. Едем на Тревора. А, мы теперь едем. Ты ходить умеешь, нет? Инвалид. Стоп. You'll get 20% of 200 million. Мы что, обязательно в этом ведре должны ехать? Да что ж ты, мать твою, а? Ребят, сделайте мод, чтобы, блядь, стандартную его машину нахер можно было... И стандартную его машину вообще заменить, блядь, на... Я не знаю... На Запорожец, например, или, я не знаю, инвалидку. Будет, мне кажется, клёво. Нихера переть-то, блин, 3 километра. Зачем нам вот сейчас мы будем ехать 3 километра, выслушивать всю вот эту блювотину? К заднему выходу банка Майкл должен подъехать, понадобится твоя помощь еще в одном деле. Ну-ну. Нет, я серьезно, крупное дело, оплата вперед. Что это? Да не знаю, почему это не... Блин. Да, трудновато управлять и читать. Красивые мельницы. Красивый вид, красивые мельницы, все красиво. Мы, наверное, за вертолетом, скорее всего, едем. То есть больше-то, в принципе, ехать некуда. А что мы сокращаем? Держись! Ёптеть! Кто орал? Кто орал? Кто разрешил орать? Сокращаем, ребят. Сокращаем дистанцию. Просто тупо сокращаем. Да, мы едем в аэродром. На аэродром. Не в аэродром, а на аэродром. Прибыли. Пошли вертолет. Зачем нам нужен вертолет в этой миссии? Мы банк будем грабить. Зачем ты каску, блядь, одел? Садись, друг мой инвалид. А это Чапа, наверное? Нет, я же вроде пристреливал вот собаку. Поехали. Оу-оу-оу, нехило. О, черт, зона. Нет, над зоной летать нельзя, это я точно знаю. Поехали. Здесь вот, кстати, когда ФПС проверяете, вот в этом месте пролетаете. Да-да, именно в этом. Полетим пониже, чтобы не сбили, не дай бог. Да-да, на самолете именно здесь вылететь. Высота чуть-чуть побольше, что ли? Вот они, эти трубы. Очистные, видимо, какие-то сооружения. Хер его знает, что это такое. О, ёптать, самолет пролетел. Я ж напужался. О, здесь, видимо, драг-рейсинг какой-то проходит. В общем, какая-то... А, ну это ипподром, скорее всего, да. Это, наверное, ипподром. Что-то как-то на ипподром он больше похож.
А тем временем мы подлетаем, и, блин, видео, не знаю, сколько будет идти, ребятки. Блин, я не буду делить его, не буду резать его. А возможно, сейчас мы как раз перед самым ограбой мы и остановимся. Конвой. Не, давайте я резать уже не буду. Все, мы конвой мы уже обнаружили. А что это такое? И че? Kind of А что надо делать? Держитесь. Что-то держаться. Держаться на расстоянии, наверное, от них надо. Поворачиваем вертолетик чуть-чуть. Кому-то помочь там надо, говорит. Help me! Помогите мне! О-о-о. Кнопка заела, прикиньте. Не кнопка заела, а... Ёпта. Где их ждать-то? Где ждать-то их? Что теперь надо делать? Я думаю, скрипты нас приведут. Ё-моё. Expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Пробки. Пробки, говорит, чуваки. Тут пробки. И устрой площадку. Ты о чем, мать твою? Эй! Я не вижу никаких стройплощадок. Сказали облететь. Найди, говорит, стройплощадку строящуюся. Большую стройплощадку. А где? А куда они вообще заехали? О, нихера. Это стоянка. Я вообще не представляю, где... Куда этот... Куда тачки-то, блин, заехали-то, а? Где этот чертов магазин? Эй, чувак! Где Аркадиус? Аркадиус, нет, нам... Юни... Хуюни какой-то.
Твою ж мать, блять! Потерял! Где этот сраный банк-то, блять? Какую-то стройплощадку, блять, найди. Нихуя ничего не показывают. Где какая стройплощадка? О, блять. Какой-то... А, во, епт. Вот дыра-то. И чё? Чё, туда нырять? Да ну на. Ты чё, гонишь? That, right? Look steady enough on that bedrock. No hints at supporting structures for the vault walls. It feels like they've been digging this tunnel forever. That should hold some weight. I think I've got everything I need to make some plans. Доберитесь до аэродрома. Так а чё нам до аэродрома надо? Зачем нам Майкл нужен? Поехали обратно на аэродром. Да, 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 нормально. Включаем турбоускорение. Блин, серия, ребят, наверное, получится чуть дольше, конечно. Ну, не чуть, а дольше, действительно. Потому что, ну, срываться на половине, то есть, на половине миссии, то есть, тоже не то не сё. Ну, вот. Сори, конечно, что так получилось. Думаю, что вы поймёте меня. Я же не думал, что они там замышляют. О, амфитеатр какой-то. Что замышляют они новую ограбу-то. Вот. То есть, и что это все долго, так, такая подготовка будет долго. Но это, блядь, это свойственно GTA, то есть это было понятно изначально, что это будет долго, потому что на первых миссиях, как мы все помним, что это было долго. О, виноградник, нихуя. По-моему, виноградник или нет? Или просто укрепление бетонное. Чёртова зона, блядь. Облетай вот ее. Тем временем мы подлетаем к аэропорту. Сейчас мы на этом, ребятки, закончим серию, естественно. Вот. Прибыли. Навари мне бабка щей. Стопэ. Чё, где? Посадка. Выметайся. Тревор, тряханул-то нормально. У нас есть две идеи. И... Брэдли Снайдер, he's getting bored. Talk to Michael, okay? До свидания. Поговори с Майклом. Выполнено. Все четко. Все у нас четко. Как по часам. Бля, стекло вылетело. Ну ничего страшного. Ребят, давайте на этом мы закончим. С вами был Карабаш74. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на лайки ВК. Извините, что такая долгая серия получилась, но я не мог по-другому, потому что я не мог на половине серии, на половине миссии остановить серию. Клацкайте на рекламу. Всем удачи, ребят. Всем пока.